Скорпион в декабре 2018 года. Скорпиону благоприятствуют Сатурн и Плутон. Это строгость, дисциплина, огромная воля, магическая такая воля скорпионов. Она даст возможность помогать другим людям. Также по знаку скорпионов идет планета Венеры. Декабрь – это шикарное время для скорпионов, для проявления их любви, внимательности, их шарма, их глубинных аспектов красоты и любви. И очень хороший аспект от планеты Нептун. Нептун в рыбах, природа, музыка – все это тоже будут гармонизировать. И Марс в рыбах. То есть ваша сила и энергия, ваши духовные устремления в декабре будут очень гармоничны. Лунные дни благоприятны для скорпионов. Будут 4, 5, 8, 9, 10 декабря, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 декабря. Луна будет вам благоприятствовать. Луна – это эмоциональная сфера.